райская усадьба представляет. Всем привет, дорогие зрители, подписывайтесь на наш канал «Уральская усадьба». Там вы узнаете много полезного и интересного про теплицы. Сегодня у нас 21 октября, была сделана шириной 3 метра, длиной 6 метров. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20×40, примерно порошковая краска. Поликарбонат 4 мм, 0,8 плотность. С одного торца у нас установлена разрезная дверь-форточка. С другого торца просто форточка. Также в теплице есть форточный блок. И три стеновые фрамуги на одну стену. И установлена система подвязки по две нитки на каждую сторону. Также сделан резиновый торцевой уплотнитель. Вся конструкция установлена на брус 100 на 100, пропитана антисептиком и закреплена к деревянному основанию, которое подготовил клиент с помощью уголков пластин. Уральская усадьба представляет. Сегодня у нас 31 июля 2016 года. Были сделаны две теплицы. Каркас теплицы выполнен в виде ферм из профильной трубы 20×20 под фермой и 20×40 наружная часть фермы. Теплица покрыта поликарбонатом толщиной 4 мм, 0,82 плотность. Теплица установлена на брус 100 на 100, пропитанная антисептиком, который в свою очередь закреплен на бетонном основании клиента. С одного торца у нас установлена разрезная дверь-форточка. На каждом торце торцевой уплотнитель. С другого торца смотрят друг на друга две распашные двери по 45 сантиметров. Так как теплицы достаточно близко стоят друг к другу. Вторая теплица точно такая же. Сейчас зайдем туда. С другого торца у нас также разрезная дверь-форточка. Весь день у нас шел дождь, внес некоторые коррективы по времени, ну и по чистоте. В принципе, старались сделать, чтобы все было чисто и аккуратно. Уральская усадьба представляет. Сегодня у нас 7 сентября 2016 года. Была построена теплица. Размеры, ширина 3 метра. Длина 8 метров. Теплица установлена на бетонное основание. По торцам у нас разрезные двери форточки. Также есть 4 стеновые форточки. И 2 форточных блока. Поликарбонат 4 мм, 0,82 плотность. В чем отличие теплицы царская VIP и любой виповской теплицы от невиповской? То, что у нас арки, наружная арка, сделана из трубы 20×40, то есть усиленная. А именно у царской арки сделаны в виде ферм. То есть наружная арка 20×40, подпирающая арка 20×20. Все это дело окрашено полимерно-порошковым способом в светло-серый цвет. Кому-то покажется, что белый.
Также у нас по низу теплицы пущен уголок в виде отлива. Точнее так, выполняет роль отлива по всему периметру поликарбоната. Установлен торцевой профиль с перфолентой. Форточку можно так открыть и на крючок зацепить. Стоимость данной конструкции вместе с монтажом и доставкой получилась 84 350 рублей.